Согласно государственным принципам распространения информации, мы должны проинформировать вас, что следующее испытание, вероятно, смертельно, и направить вас на более безопасные испытания. Мы попытаемся подчиниться требованиям этих несуществующих агентств, включив расслабляющий джаз. Испытание с кубами и кнопками представляет огромную важность для науки даже в условиях чрезвычайной ситуации. Thank you.
Потрясающе, так как данное сообщение было записано заранее, все оценки вашего успеха с нашей стороны носят предположительный характер. Игнорируйте незаслуженные комплименты.
Thank you.